Так, друзья, значит, мы поделим сегодня наш диалог таким образом. Я вам скажу про новости и про то, что мы планируем делать, а потом будут вопросы и ответы. Значит, что мы успели на сегодняшний день сделать? Это запустили версию украинского, российского, английского. Спасибо большое партнерам, которые помогали в переводе. Там очень много работы было для того, чтобы перевести на украинский язык и на русский язык всю информацию. Значит, вам она еще недоступна, эта версия, но я ее показываю в ближайшее время, там в течение недели мы ее обновим, и у вас появится возможность видеть ее уже. Здесь вот будет переключение вот в этом верхнем углу. Украинское, российское, английское. Вот если переключаем на русский язык, будет на русском языке. Если переключаем на английский, будет на английском языке. И украинский будет по умолчанию стоять. Значит, второе, что мы запретили регистрироваться исполнителем без фотографий. Значит, сантехники, если выбрать сантехников, то у нас они уже все появляются с фото. То есть получается, что обязательно должна быть фотография при регистрации исполнителей. Это второе. И третье, что мы со следующей недели меняем рекламную кампанию. То есть со следующей недели мы начинаем рекламную кампанию по привлечению исполнителей. То есть вот это все рекламные посты, которые у нас были по привлечению партнеров, они заканчиваются. А мы будем привлекать только исполнителей для того, чтобы насытить наш контент, чтобы у нас были реальные живые люди, которые по этой рекламе придут и зарегистрируются исполнителями. Параллельно, когда люди будут регистрироваться исполнителями, мы им будем говорить о том, что там же в этом будет отдельный чат-бот для них, в котором мы сначала приглашаем людей зарегистрироваться в разных категориях. Там будет реклама, связанная с, чтобы они регистрировались и сантехниками, и мастерами, там всевозможными, и все такое. А отдельно мы для них будем предлагать возможность стать партнером. То есть после того, когда исполнители зарегистрируются в проект, им будет поступать предложение, что здесь есть возможность еще стать партнером. И я так подозреваю, что где-то процентов 10 из числа зарегистрированных, а может быть больше, станут партнерами. Вот. Сегодняшний день у нас ситуация складывается таким образом, что мы практически где-то в конце октября должны уже запуститься. То есть за эти 1,5 месяца мы должны набрать исполнителей во все категории, чтобы у нас, когда мы начнем рекламную кампанию, чтобы когда клиент, который придет по рекламной кампании, нажмет найти какого-то там человека, который там столяра или мастера какого-то, любого мастера, чтобы у нас уже в наличии они были. Чтобы не получилось так, что люди зайдут, а в какой-то категории кого-то нет. То есть мы сейчас направим свои действия на то, чтобы привлечь исполнителей. И заодно посмотрим, насколько много людей сейчас есть у нас в Украине, этих людей, которые ищут, предоставляют услуги. То есть убьем двух зайцев и пригласим и посмотрим, насколько активно будут востребованы наш сервис для тех людей, которые оказывают услуги. Вот такие два направления мы сейчас будем делать. Ну, собственно говоря, вот эти две новости. То есть то, что мы выпустили сайт уже на трех языках, и параллельно не только на двух языках, мы сделали такую возможность, что любой язык можно добавить буквально в течение 3 дней. То есть, если мы решим добавить грузинский язык, то понадобится 3-4 дня и будет грузинский. Если понадобится там какой-то еще любой язык, то его можно будет добавить в течение 3-4 дней и в приложении, и на сайте. То есть проделали очень большую работу, чтобы мультисайт был. Таким образом построили механизм, алгоритм, чтобы добавить любой язык было очень легко и просто. Так, а теперь переходим к вопросам, которые вас интересуют. Я готов отвечать. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Добрый вечер, Сергей Васильевич. У меня такой вопрос.
Скажите, город Киев это уже окончательное решение для запуска проекта? Или может быть еще Я... какой-то... Смотрите, мы сейчас запустим рекламу по привлечению исполнителей и как раз посмотрим, насколько активно будут регистрироваться эти люди в Киеве, Киевской области. Мы будем тестировать разные города и посмотрим по результатам рекламы. Если будет нормальный приток исполнителей, то да, будем начинать с Киева. Если здесь будет какой-то затык, то мы сразу переключимся, протестируем другие города, может быть, ну, в общем, другие варианты будем смотреть. Но это все произойдет в течение вот этих 1,5 месяца. Мы должны окончательно по результатам этой рекламы определиться. Еще вопрос. Задавайте, не стесняйтесь. А как вы будете исполнителей распределять по партнерам? Совершенно верно. От этих исполнителей, которые будут регистрироваться, после того, когда мы определимся, где мы будем запускаться, вот в том месте, в том городе мы этих исполнителей начнем вам распределять. Уже в вашем кабинете начнут появляться исполнители, которые согласны вашим пакетам. То есть до старта рекламной кампании мы должны зарегистрировать всех исполнителей во всех категориях и этих исполнителей распределить вам по кабинетам и настартовать. Еще, пожалуйста, вопрос. У меня Добрый вопрос вечер. по плану. Почему-то недоступна стала наша рекламная программка. То есть я сам пытался войти еще раз для себя усвоить некоторые вещи, да, из наших рекламных роликов. Они не открываются, недоступны. Все доступно, все работают. Значит, смотрите, давайте договоримся. Если у вас что-то где-то как-то не работает, то, пожалуйста, вы мне пишите в личку. Я сразу вам могу. Напишите мне в личку, я вам пришлю ссылку, просто вы ее где-то потеряли. Нет, нет, ссылка есть, все есть, но просто написано, что как бы нет доступа с вашей позиции. То есть как бы вы не даете доступ. Это может такое быть? Я понял. Напишите мне в личку, мы разберемся с этой Окей, хорошо. ситуацией. Договорились, да? Ну, спасибо. Еще, друзья, кстати, хочу всех партнеров поздравить с хорошей новостью, которая у нас есть. У нас война как бы пошла очень динамично. Я так думаю, что при таких темпах где-то в этом году мы должны это все закончить, и значит, у нас должна быть начаться мирная жизнь. Вот. Как бы тех партнеров, которые с Украины, я думаю, все понимают, о чем я говорю. Так, ребята, еще не стесняйтесь, задавайте вопросы, пожалуйста, чтобы... Скажите еще, пожалуйста, конец октября это уже окончательная дата запуска или еще может сдвинуться Ну, время? плюс-минус может быть раньше, может быть чуть позже. Мы будем смотреть по готовности нашего... А, еще один момент, который я хотел спросить. Если есть желающие тестировать сайты и приложения, пожалуйста, напишите в личку, я добавлю вас в отдельную группу, там, где происходит тестирование. Вот, потому что нам до старта рекламной кампании желательно оттестировать и сайт, и приложение, чтобы оно все хорошо работало на разных устройствах, на разных андроидах, на планшетах, на айфонах, чтобы все это хорошо работало, чтобы не получилось так, что мы запустим рекламную кампанию, а какая-то функция где-то у кого-то не будет работать, чтобы не вызывать отрицательных комментариев, так будем говорить, когда человек скачает приложение или зайдет на сайт, и у него что-то будет не работать, и он будет говорить, ну вот какие вы нехорошие сделали такую вещь, которая у меня не работает. Ну, поэтому мы должны оттестировать это все хорошо, чтобы оно четко работало, чтобы вы там, допустим, пробуете это все делать. Надо оттестировать создание услуги, вот, додать услуги регистрации такси, всех услуг, которые здесь есть. Можно даже тестовые. Там у нас есть функция, если вы зарегистрируетесь, можно потом удалить эту услугу. То есть вы можете попробовать ее зарегистрировать, мы ее
посмотреть на карте ее после модерации, что она появилась, а потом мы их поудаляем просто, ну, как бы тестовые регистрации пройти. Ну, чтобы понимать, что все эти процессы работают, что нет сбоев на сайтах, в приложениях, вот все кнопки работают, все видно хорошо, все расположено аккуратно, может быть, где-то что-то смещено и так далее. В общем, если есть желающие, пожалуйста, пишите мне в личку, я добавлю вас в отдельную группу, где мы будем тестировать приложения и сайты. Еще, пожалуйста, вопрос. А можно Добрый более вечер. Подробно по привлечению исполнителей? То есть появится новая таблица, я так понимаю, да? Или как это будет у нас? Если та таблица, которая... Нет, мы, смотрите, мы раньше делали рекламу по привлечению партнеров, писали лайки, комментарии. Сейчас мы в течение недели я запущу рекламу по привлечению исполнителей. И мы там просто поменяем комментарии. И то же самое, лайки, комментарии. То есть, ну, допустим, вот появился... То же самое, только будет просто другая информация. Спасибо. Вот если мы здесь говорим «заработок в интернете», ну, как бы основной месседж был «заработок в интернете», то через неделю начнется рекламная кампания, что вот запускается проект Health, и вы можете, если вы оказываете какие-то услуги, то вы можете зарегистрироваться в этом проекте. Ну, в общем, вы увидите эти рекламные ролики, и под ними начнем. А под ними надо будет просто писать лайки, комментарии, а мы эти лайки, комментарии тоже подготовим. И для того, чтобы побольше привлечь исполнителей до старта рекламной кампании, ну, понимаете, логика в чем заключается? Вот мы подойдем к старту рекламной кампании. У нас, значит, день X. Чтобы к этому моменту, когда начнется реклама, чтобы любой, вот человек услышал рекламу, зашел в приложение или на сайт, нажал на кнопку и нашел любого исполнителя, тогда это будет правильно. А если он услышит рекламу, зайдет и не найдет там человека, который ногти красит, не найдет там человека, который холодильник, скажет, ну что это такое, ну что вы мне рекламируете, если здесь никого нет. То есть мы должны проделать вот эту работу по привлечению исполнителей, чтобы в любой категории у нас появились люди, которые оказывают. По сути, это несложно будет, потому что очень много... Ну вот смотрите, я вам приведу пример. Вот, допустим, украинцы в Бухаресте такая есть. Работа-подработка, там, допустим, группы. Люди рекламируют свои услуги в разных, и в Польше рекламируют, и везде. Ну, это ж найти исполнителя вот в этих группах, это ж сложно. Вот видите, вот идет реклама. То есть люди, по сути, ищут возможность где-то рекламироваться, ну, предоставлять свои услуги. Но ведь услуга напечатать свое объявление в группе, оно как бы нерелевантно будет, потому что ты не знаешь, где этот человек находится, какой у него рейтинг. То есть, ну, в общем, это очень сложно. А мы же предоставляем удобную площадку для них, что они могут зайти зарегистрироваться, и тем более мы будем говорить, что регистрируйтесь первое время, вы будете получать заказы бесплатно. Ну, то есть, когда начнется рекламная кампания, мы первый месяц, там, полтора, не будем включать монетизацию до тех пор, пока реклама не принесет достаточное количество заказов для них, чтобы потом включить монетизацию. Так, еще вопросы, пожалуйста. А где можно взять больше информации для исполнителя? Вот если с ним в контакт вступим, да? Потому что в наших роликах как бы не очень много информации для них. Вот, если я выложу специальное... Я специальное видео выложу. По сути, смотрите, для того, чтобы... Вы, кстати, тоже можете приглашать исполнителей, и они появятся в ваших кабинетах. Исполнителей привлекать несложно. В сущности, для этого необходимо всего лишь три вещи. Это телефон этого человека, как его зовут и какую услугу он оказывает. Вот если вы имеете эти три информации, то вы его пригласите, и он обязательно зарегистрируется. Ну, будем так говорить, из 10 человек 8 зарегистрируется. Для этого, имея такую информацию, вы делаете простую вещь. Вы звоните, вы знаете телефон, набираете этот телефон и звоните этому человеку. Вы знаете, как его зовут. И обращаетесь к нему по имени, и говорите там,
Сергей, здравствуйте. И вот я видел ваше объявление, что вы оказываете услуги по ремонту, допустим, холодильников. Это так или нет? Ну, конечно же, человек подтвердит, да, так. Вот сейчас запускается новый сервис, которым вы можете зарегистрироваться. И если я вам могу прислать ссылочку, вы зарегистрируетесь и бесплатно вы будете платить заказы первое время. Вам это интересно или нет? Как правило, они говорят, да, интересно. И вы после этого добавляете этот телефон в Viber или Telegram, спрашиваете, куда вам прислать ссылку, в Viber или Telegram. Он говорит, в Viber или Telegram. Вы берете свою ссылочку с кабинета. На компьютере это вот эти два квадратика. Если в телефоне находитесь, то тут есть такая кнопочка «Поделиться» и отсылаете в Viber или Telegram ему регистрацию. Человек заходит, он видит этот сайт и видит кнопку «Знайти послугу», «Створити послугу». Он нажимает кнопку «Створити послугу», выбирает категорию, в которой он хочет регистрироваться и проходит регистрацию. После того, когда он пройдет регистрацию, ему выйдет окно. Поздравляем, вы зарегистрировались в проекте, мы в ближайшее время будем там запускаться. Вот, вы можете зарегистрироваться еще вот в нескольких категориях. А кроме этого, если вам будет интересно, вы можете еще и создать дополнительный доход. Если вам интересно, перейдите по ссылке. И этот человек пойдет по ссылке, и точно так же, если он заинтересуется, станет партнером, и таким образом вы получите дополнительного партнера из числа. То есть вот партнеров сложнее приглашать. Вот пригласить человека, которого проект как партнера, что вот за, а исполнителя намного легче пригласить, поверьте. Я специально проведу видеоконференцию, посвященную приглашению. Я там вам более детально все это расскажу. Это ничего сложного, ничего нету, но просто зная все эти нюансы, вы можете просто уделять там 10-15 минут времени в день. Вот идете по улице, допустим, если в Киеве находитесь, да, там увидели объявление в подъезде, там, на досках объявления, там, ну, в любом месте. Сфотографировали это объявление, а потом пришли, когда у вас есть свободное время, взяли телефон, позвонили и пригласили человека. Там, еще раз говорю, ничего сложного нет, не будет. Еще вопросы, пожалуйста. Алло, не стесняйтесь. Добрый вечер. Сергей Васильевич, скажите, кто еще партнеров не всех получил, вы, ну, мы дополучим? Партнеров всех, согласно ваших купленных пакетов, вы все получите. У некоторых партнеров там пропали партнеры, у нас часть людей ушло. Я на прошлом видео говорил, что там есть, ну, если попали люди в несерьезную ситуацию, они говорят, ну, некоторые вернулись, кстати, те, кто ушел, потом вернулись. Есть такие, что ушли и вернулись, есть такие, которые ушли по уважительным причинам. То есть, возможно, у вас какие-то партнеры поменяются. Кто-то ушел, мы вместо не того, кто ушел, вам добавим нового человека. Но к старту рекламной кампании, во время рекламной кампании, у вас должны быть в кабинете все те партнеры, согласно тех пакетов, которые вы приобрели. Еще вопросы, пожалуйста. Скажите, у меня есть партнеры, которые, ну, наверное, не работают по таблице, им не дают партнеров. У них получается второй уровень, да, это у меня второй уровень, и у них 0-0-0 партнеров. Им же тоже дадут партнера. Получится, если у них не будет партнера, у меня не будет заработка по второму уровню. Смотрите, мы партнеров будем привлекать на все города Украины. Вот как только начнем рекламную кампанию мы привлекать, то если у вас такая ситуация будет, я думаю, что вот партнеры, которые поддержали проект в самом начале, и если будет такая ситуация, то мы вам будем менять партнеров. Потому что их будет очень много, так что заменить это не проблема. Второй, третий уровень там будет, да? Второй, третий уровень будет. Да. Есть активные партнеры у нас, а есть какие-то пассивные. Купили и забыли. Ну, я же не могу человека заставить что-то делать. Вот такие моменты.
Еще, пожалуйста, вопрос. Не стесняйтесь, задавайте, потому что в чате там у вас все время какие-то есть споры, а когда доход... Я же писал, подготовьте вопросы и задавайте, чтобы мы живые люди должны получить, чтобы вы понимали все процессы, которые Сергей происходят. Васильевич, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что согласно нашим пакетам у нас будут... Ну, количество партнеров закреплено, а то, что мы делаем по заданиям, это еще дополнительные партнеры или нет? Нет. Согласно купленных пакетов. Вот у вас было, когда вы покупали пакет, на тот момент было написано, что в этот пакет входит такое-то количество партнеров без приглашения, такое-то количество исполнителей туда входит. Это все время разное количество. Почему? Потому что чем ближе к старту, тем меньше партнеров и исполнителей мы будем давать. И вы обратили внимание, те люди, которые зашли раньше, получили по 10 партнеров, потом по 5, сейчас уже по 2 даем, а в будущем мы вообще не будем давать ни партнеров, ни исполнителей. Вот, так что... Ну вот мы сейчас, я сейчас выполняю задание, у меня там 2 партнера у меня, да? Это для, ну, от того, что я выполняю задания, или выполняла бы эти задания, или не выполняла, ничего бы не изменилось. То есть определенное количество дали бы или, и все. Ну, тут есть два момента. Те, кто выполняет, они получают быстрее, а те, кто не выполняет, они получат их позже намного. То есть вы выполняли задания, поэтому у вас партнеры появились. Давайте то поговорим о... Да. Давайте поговорим о стратегии. Смотрите, у каждого из вас есть в кабинете подарочные healthy coin. У каждого из вас будут исполнители, которые должны будут получать заказы. По сути, вы получили маленький бизнес на реальных людях, которые должны вам приносить доходы с одной стороны, а с другой стороны вы получили в подарок небольшие, ну, условно говоря, акции компании. То есть вот эти healthy coin – это ваши как бы акции. И акции будут расти в цене. Когда мы запустим 2, 3, 4, 5 городов и выйдем на, выпустим healthy coin на биржу, то они будут, как бы, знаете, как график, как биткоин там растет в цене там, или падает. То есть у них будет некая рыночная цена. И каждый из вас должен заинтересован... В двух вещах, чтобы исполнители получали заказы. Кто-то включил микрофон, я сам себя слышу. Выключите, пожалуйста. Ага, спасибо. То есть получается, что вы будете заинтересованы в том, чтобы ваши исполнители, которые находятся в вашем кабинете, получали больше заказов. И вы будете заинтересованы в том, чтобы... Healthy coin росли в цене. И это два разных дохода, но они идут параллельно. И ваш интерес, чтобы это все произошло, необходимо делать всего лишь одну простую вещь. Делать лайки и комментарии. Чем больше лайков и комментариев под каждым постом будет, тем быстрее исполнится наша с вами мечта. Я не говорю, что это нужно делать каждый день, но хотя бы 3-4-5 раз в неделю уделить внимание этих 10-15 минут нужно. Понимаете, это дает больший прилив. Это даст, позволит исполнителям получать заказы, а healthy coin вырасти в цене. И вы и оттуда получите доход. В какой-то определенный момент они вырастут в цене, вы эти healthy coin сможете продать, и при том продать очень с большим иксами, как это говорят в этих моментах. Вот. А при всем при этом у вас останется бизнес на исполнителях, которые будут получать заказы. То есть вот эту процедуру мы не должны останавливать, мы ее должны раскручивать. Я хочу дождаться, моя мечта, чтобы под каждым... постом, который мы будем делать рекламным, появилось 1000-2000 лайков и комментариев. Понимаете, это будет очень мощная реклама. И за счет этого мы получим двойной эффект. И исполнители будут получать заказы, и healthy coin вырастут в цене. Но для этого надо просто каждому из нас, как партнеру,
развивать проект за счет совсем простой работы. Поставить лайки, написать комментарий. Еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Васильевич, здравствуйте. Партнеры, у меня вот такой вот вопрос. К примеру, зарегистрировался там у меня человек, ну, скажем, водитель такси, да, и впоследствии решил стать партнером. И вот вопрос, то после запуска проекта будет какое-то время, пока монетизация не будет включена, да, и водитель такси не будет платить комиссию проекту, а начнет ее платить и получать прибыль уже как партнер только через полтора месяца. Правильно я понял? Все зависит от того, смотрите, давайте, чтобы логику понимали, когда мы начнем рекламную кампанию, первый месяц мы не будем включать монетизацию, мы просто будем мониторить, сколько заказов поступает на наших исполнителей. То есть первый шаг, мы набрали исполнителей в проект. Второй шаг, мы провели рекламную кампанию, чтобы люди узнали о нашем сервисе и начали заказывать этих исполнителей. Прошу прощения. Вот, и получается, что сбили меня. О чем я говорил? Телефон. Напомните вопрос. Извините. Вопрос в том, после включения, после запуска... Все, я вспомнил. Да. Значит... Мы запустили рекламную кампанию, и исполнители начинают получать заказы. Они же не сразу начнут получать много заказов. То есть реклама идет первый месяц, второй месяц, третий месяц. Но за три месяца люди уже узнают о проекте, как он пролится, начнут им пользоваться. Так вот, я приведу пример на одной категории. Точно так же мы будем действовать на всех остальных категориях. Допустим, условно я говорю, в проекте зарегистрируется 100 сантехников в этом городе, в котором мы будем делать рекламу. 100 человек. И на протяжении месяца они получили, допустим, 100 заказов. То есть получили в течение месяца, каждый сантехник получил по одному заказу. В таком случае мы не можем включить монетизацию, потому что если мы включим монетизацию, они просто уйдут с проекта. Но что такое один заказ в месяц получить? Им это будет неинтересно. Согласны со мной? Вот. То есть мы смотрим второй месяц, что, допустим, на второй месяц все сантехники получили в среднем по 2 заказа в день. Вот тогда можно включать монетизацию, потому что уже человек, который каждый день получает от нас заказы, он уже от нас не уйдет. И тогда мы включаем монетизацию, и они начинают приносить доход проекту и вам в том числе. То есть тут надо понимать специфику исполнителя. Исполнитель – это человек, который хочет заработать, но он хочет получать заказы. Он готов за это платить проценты, и вот когда вы будете с ним им звонить, я вас научу, как это делать, то один из вопросов, который вы в диалоге будете задавать, скажите, включат мой вопрос, какой-то небольшой процент платить. Ну, как правило, 7 человек из 10 говорят, да, готовы, потому что людям нужны заказы. Особенно тем людям, которые переехали с одного города, вот, допустим, у них была какая-то своя клиентура, вот, и... Они работали, а потом вынуждены переехали в другой город, да, у них ни клиентов, ничего нету. И они заинтересованы будут в заказах, и поэтому они готовы будут платить. Ну, по сути, рынок услуг так и работает, что одни это спрос и предложение. Одни предлагают свои услуги, а другие кто-то этими услугами пользуется. Вот мы создали такой маркетплейс, который объединяет вот этих людей. Еще вопросы, пожалуйста. Сергей Васильевич, так, если вопросы... у меня вопрос. За партнеров 20%, когда будут начисляться? Ну, сейчас начисляются. Потихоньку начисляем по мере поступления партнеров. Вам что, дали партнера, не начислили процент? Нет, за моих лично приглашенных партнеров, которые выкупили пакеты. А, так вы мне напишите эту ситуацию, я проверю, если вы купили, то я вам начислю сразу.
Я просто... Спасибо. Вот эта ситуация с рассрочкой, она меня как бы... Опять я себя слышу. Ситуация с рассрочкой получилась таким образом, что я не контролирую тех людей, которые выплатили. Ну, то есть мне надо вот этот момент проверять вручную. Выплатил человек, тогда можно начислить. Но это не было предусмотрено, и просто я так сделал... Вот эту рассрочку я как бы от себя уже сделал, но в проекте она не реализована, нет функционала, чтобы контролировать эти процессы. Поэтому приходится это делать вручную. А еще вопрос? Да, хорошо, спасибо, Сергей Васильевич. Так, ну все, если нет вопросов... Да. У меня есть вопрос. Был в одном городе, жил, допустим, в Киеве. По каким-то причинам он переехал в другой город, но там не работает этот сервис. Как же тогда ему быть? Исполнителю? Вы за исполнителя говорите? Алло. Человек, который выполняет заказы, он жил в одном городе. Допустим, в Киеве, переехал в другой город, а в другом городе еще этот сервис не работает. Как ему тогда быть? Ну, никак не быть. Нету сервиса, не работает, значит, он заказы не получает. Ну, это естественно. У меня вопрос тоже вот. А, допустим, я не в Киеве живу, а исполнителей приглашать неважно. В каком городе пока? Или как объяснять правильно, что надо подождать? Смотрите, когда мы начнем приглашать исполнителей, я проведу специальную видеоконференцию и научу вас, как это делать. Когда вы живете в этом городе и когда вы не живете в этом городе. Будет специальная отдельная видеоконференция, посвященная этому процессу. То есть мы сначала определяем, где мы стартуемся. Ну, как бы сейчас в планах Киев. И область. Если мы подтверждаем это, то я проведу специальную... Вот еще раз повторюсь, мы со следующей недели начинаем рекламную кампанию по привлечению исполнителей. Буквально в течение недели-двух мы будем видеть тенденцию, и этих исполнителей мы начнем добавлять вам в кабинеты. И если тенденция положительная, то я проведу специальную видеовстречу для того, чтобы вам рассказать, как это делать в этом городе. И не зависит от того, живете в этом городе вы или не живете, но наша задача будет за вот этот срок наполнить наш сервис людьми, которые оказывают услуги. Только мы будем им говорить, что сервис будет запускаться в ближайшее время, то есть вы сейчас зарегистрируетесь, а вот в ближайшее время будет реклама. Ну, я это все расскажу. Там ничего такого сложного нету, но просто надо знать алгоритм, пошаговые действия, которые надо будет нам делать. Добрый вечер. Добрый. А когда стартует? Рекламная кампания когда стартует? Ну, если вы слушали, то я сказал ориентировочно октябрь месяц. Сейчас мы это время посвятим привлечению исполнителя, а потом, когда это будет готово, будем проводить рекламную кампанию. Сергей Васильевич, у меня такой вопрос. Спасибо. Я брала пакет премиум, когда в пакет давалось 10 партнеров. 10-го партнера я уже отработала, но я еще не получила. Но сейчас премиум пакеты получают мало исполнителей. Получается, что заработок у меня уже меньше будет. Или в этом случае как-то исполнителей будете добавлять на премиум пакеты, которые первые были? Ну, в премиум пакете там исполнителей не уменьшилось. Конкретно в премиум пакете. А в остальных, но еще раз говорю, что исполнителей будет больше за счет того, что вы будете их приглашать. Это несложная процедура. То есть вот то количество исполнителей, которых мы вам даем в кабинет, это вы получите, а то, что вы сами пригласите, это будет плюс в вашем кабинете. Так что те люди, которые пришли ранее... А? Сейчас вообще премиум пакеты берут, потому что 10-го партнера мне уже очень много месяцев никак не дадут. Или вам написать в личку, посмотрите? Да, напишите, может быть, где-то что-то бывает, пропускает. Ну, премиум пакеты берут не так часто, да. И чем больше людей с премиум пакетами, тем сложнее распределить очередных. Есть. Ну, еще раз говорю,
к старту рекламной кампании, когда мы начнется сама рекламная кампания, тогда прилив партнеров будет намного больше, и всех недостающих мы обязательно добавим согласно купленных пакетов и то, что там на тот момент, когда вы покупали, было обещано. Сейчас покупают почему-то очень много дешевых пакетов. Стартовые, базовые и все. Ну, премиум редко покупают. Дорого. Люди без денег, наверное. Хотя все хотят. Так, еще вопросы, пожалуйста. И, кстати, премиум пакетов со временем, наверное, они как бы... Ну, будут еще, но в какой-то момент они исчезнут, так будем говорить. Это не скоро еще будет, но будет. Скажите, просто вот я сейчас вообще в другой стране нахожусь, и как можно посмотреть вот список исполнителей, какие будут услуги у нас? Потому что я почему-то не могу посмотреть. Приложение выбивает ну, локация, у вас локация. Не Украина. Для того, чтобы посмотреть исполнителей, необходимо этих исполнителей пригласить в проект. Мы как раз сейчас этим начнем заниматься. Я только что сказал, что мы начнем со следующей недели проводить рекламную кампанию, чтобы привлечь к старту рекламной кампании исполнителей. А мы будем проводить рекламную кампанию в определенном... Мы будем проводить рекламную кампанию в Украине, и вы увидеть можете их только будете в Украине. Когда мы начнем рекламироваться в других странах, там появятся исполнители в других странах. Но это не сейчас будет. Домой-то я вернусь, конечно. Ну, сейчас не посмотришь. Все, я поняла. Спасибо. Ну, чтобы исполнитель появился, надо какую-то рекламу сделать. Чтобы человек узнал о проекте. Ведь люди не знают про это. Вот я вам только что показывал, что люди рекламируются в каких-то чатах, в Фейсбуке. Вот я листаю ленту, там человек выкидывает. Я там перевозки делаю, я там шью, я там еще там дизайнер. Ну, много таких объявлений. Вот я просто полностью все услуги, я имею в виду, будут. Вот список услуг, которых, кого я могу пригласить, какие услуги у нас будут. Значит, смотрите, вот это я имею в виду. Смотрите, у нас к старту будет большой набор категорий услуг, которые есть. Это к старту. Но любой человек может добавить свою новую услугу, которая в нашем проекте не будет. То есть там будет такой функционал «добавить услугу». То есть человек хочет зарегистрироваться на нашем сайте, а такой услуги нету. И он может ее просто добавить, мы ее модерируем. Ну, допустим, если скажут, ну, почему модерировать надо, чтобы не добавляли таких услуг, которые будут неприличные. То есть он добавляет, модерирует, и появляется новая услуга. То есть все, что люди делают руками, ногами, мозгами, с помощью инструментов и с помощью транспорта, у нас должно быть. Потому что это супермаркет услуг. Еще вопросы, пожалуйста. Скажите, Сергей Васильевич, не будет такая ситуация, что у нас будут исполнители, но не будет заказов у них? Ну, на примере, там люди, которые живут в Киеве, на примере Кабанчика, говорят, что у них сейчас нет заказов в связи с войной, но у людей нет денег. Не будет у нас такого, что исполнителей будет, а заказчиков не будет? Поэтому мы сейчас посвятим вот это время мониторингу, где запускаться. То есть... вот это серьезный вопрос, над которым мы сейчас очень серьезно думаем. Поэтому мы сейчас проверим исполнителей и проверим вот эту теорию. Если что-то не так, то надо будет решать вопрос, где запускаться. Потому что можно потратить деньги на рекламу, а в итоге получится, совершенно... уже не будет. И заказов. Вы очень правы. Очень много людей. У меня родственники в Киеве, я с ними общаюсь почти каждый день. И бабушка говорит, столько народу, говорит, никогда не было. Просто толпы народу, работы очень много. Наоборот, очень много людей сейчас в Киев приехало. Все пользуются и такси, и все на свете, все работают.
на Бручевский, и все кипит. Кипит жизнь, кипит работа, это 100%. Ну, это как родные мне говорят, общаюсь. Хорошо. Так, ребят, ну, будем заканчивать. Последний вопрос. Работаем дальше. Я подведу итоги потом. Есть еще вопрос? Тогда подведу итоги. Так, значит, первое, что мы все-таки сделали возможность мультисайта, в который добавляются языки. Выходить мы на рекламу будем с тремя языками. Украинский, русский, английский. А в любой момент мы можем добавить абсолютно любой язык. Это мы уже реализовали, потратили на это время. И я хочу поблагодарить команду партнеров, которые помогали в переводе. Там у нас есть группа Translita Helpfi. Вот там человек 12 нас работало над этим. Там довольно-таки серьезно надо было поработать. А ну, когда не видишь, вроде бы так ничего. А когда начинаешь углубляться туда, то там работы очень много было. Вот если кто-то присутствует здесь, этой группы, может подтвердить мои слова. Что там было очень много работы. Вот, это первое. Второе, мы со следующей недели начнем рекламную кампанию по привлечению исполнителей. А исполнителей мы будем приглашать в партнеры. И этих партнеров мы вам тоже будем добавлять в кабинет. И тем партнерам, которые по очереди, да, можно будет добавляться. Все, большое-большое спасибо. Берегите себя.